Здравствуйте, дорогие товарищи, коллеги по хобби, по моделизму, дорогие комрады. Хочу предоставить и показать вам свою полностью разработку с головы на постапокалипсисную тему ГАЗ-666 Турадонт. История этой машины такова. Купил я как-то набор от фирмы Восточный Экспресс. И, открыв коробку, был очень сильно удивлен, можно сказать, очень плохого качества литников, деталей и всего подобного. Ну и решил сделать что-то от себя. Все, что я взял с той коробки, это кусочек кабины и раму от автомобиля. Остальное все делалось с пластика Tamiya. И прутки тоже использовал фирмы Tamiya. Также использовал при сборке смоляные колеса. Уже даже не помню, какой фирмы брал колеса. Покраска тоже, как всегда, красками Tamiya Mr. Hobby. Лакировка Fatura и лаки фирмы Tamiya. Инструмент использовал от автомобиля ГАЗ Тигр фирмы Мэнк. И также использовал оружие. Пулемет, автоматический гранатомет. Тоже фирмы Мэнк. Пулемет ДШК использовал от ИСа второго фирмы Dragon. Рюкзаки тоже использовал фирмы Tamiya. Ну вот, получился такой газончик необычный, с бронированной кабиной и бронированным кунгом. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте видео. Может быть, какие-то у вас есть советы, которыми буду рад воспользоваться. Также, может быть, у кого-то возникнут какие-то вопросы. Всегда рад помочь. Вот, фары также, вот забыл сказать, использовал фирмы Эльф. Белорусская хорошая фирма, которая делает фары для стендовых моделей. Вот. Вот такие фары. Ага, двери использовал от бронетранспортера ЛАВ фирмы Трамп. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будут новые интересные обзоры моделей. Также постараюсь снимать покраску. Может быть, даже буду снимать и сборку моделей. Все, большое спасибо вам.